Ну-ка покажи все. Все аккуратненько, чистенько. Все, у тебя все хорошо. К победе будущих миссис Екатеринбург ведут их дети. И не мудрено, ведь на конкурсе главное не внешняя красота, а любовь, опыт и оптимизм. Без них никак. Вскоре весь город узнает имя главной мамы Екатеринбурга. У нас такая доброжелательная атмосфера, что на самом деле это весело, все проходит естественно. Состояние у нас у всех спокойное. Мы абсолютно спокойны, мы без всякой паники собрались, приготовились. В душе нет никакого мандража. Зато на трибунах бушуют страсти. Друзья и родственники, кажется, устроили свое состязание – группы поддержки. Участницы признаются, без нее пройти через месяцы подготовки невозможно. Наша Ксюша лучше всех! Ждет ее большой успех! Я так сильно за нее переживаю. Я видел, как она волнуется, как она переживает за это. За само участие. Для меня она всегда уже все, моя мисс. Поэтому мне все равно вообще, победит она или проиграет. Тем временем театр эстрады превращается в сказочную страну с русскими красавицами, добрыми молодцами и хозяйками Медной горы. Каждый образ уникален. Костюмы для себя и малышей мамы готовили сами. Судьям не позавидуешь. Из 48 красавиц нужно выбрать 15 достойнейших. И впервые за всю историю конкурса в финал проходят 17 участниц. Все девушки у нас достойны, все девушки королевы, это уже очевидно. Будем сегодня выбирать по тому, как девушки будут чувствовать себя на сцене, насколько они будут органичны, красивы и нести свой образ главной мамы Екатеринбурга. Я есть свет, я есть нежность, я есть любовь. И цель моя – наполнять светом людей вокруг. Для главной мамы города, уверяют организаторы, важны не идеальные параметры, а доброе отзывчивое сердце. 2 месяца подготовки, уроки хореографии и актерского мастерства, изнурительные дефиле на высоких каблуках – все это ради того, чтобы сегодня услышать заветные слова. Миссис Екатеринбург, 2019 – это участница под номером 10 Наталья Моринова! Красный для 38-летней Натальи не зря стал цветом победы. Новая миссис Екатеринбург уверяет, этот триумф стал просто космическим сюрпризом. Переизбыток эмоций, это невозможно описать словами, на самом деле очень волнительный, трогательный момент, который просто вот невероятное ощущение на самом деле. И участие в конкурсе, это как, знаете, квантовый скачок в моем развитии, как женщины, как жены, как матери. Невероятное ощущение победительнице подарил и главный приз – сертификат на путешествие по Европе. И этот новый опыт миссис Екатеринбург готова также разделить с любимой семьей. Надежда Кречетова, Николай Косарев. Главные новости Екатеринбурга.